Привет всем! Сегодня суббота, 24 апреля. Я нахожусь в Англии, и мы утром сделали, короче, один эксперимент. Мы поставили там воду минеральную и пенку. И посмотрим, вот я пришел к тому месту, прошло где-то 7 часов. Мы видео сделали утром, я пришел сейчас ночью сюда. Не ночью, а так, по чуть-чуть делается ночь. И посмотрим, что здесь произошло с этими бутылками. Очень твердая бутылка, ребята. Я думаю, если оставить на ночь, она взорвется. Ну, лучше ее самим взорвать, потому что здесь есть животные, и они могут что-нибудь с ними произойти. Я не знаю, вот куда стукнем вот эту бутылку об это дерево, посмотрим, что произойдет. Я думаю, взорвется. Вот дерево. Вот дерево. Ничего не произошло, ребята. Ну, эффект должен быть по-любому какой-то. Я боюсь, чтобы в руке не взорвалось. Попробуем ее еще один раз взять и кинуть. Ничего не происходит, ребята. Но она очень твердая, она уже должна взорваться, 100% должна взорваться. И я боюсь даже к ней подойти, потому что взрыв может произойти внезапно. И не знаю, что делать. Возьмем вот такую палку, нашли мы. Воу, у меня сообщение пришло, и я испугался. Берем ее еще один раз. Корина, отходи в сторону. И кинем ее еще один раз вот сюда. Опять ничего не произошло. Стой там. Не получается, ребята, ее взорвать. Отходи в сторону. Вот. Вот что произошло, ребята. Может подходить сюда. Я ее специально, ребята, разорвал, чтобы не пострадал какой-нибудь с леса. А ну, держи. Нету даже ключа у меня, здесь ничего нет. Эта вода чистая, ребята, так что можно посмотреть. Вот, затвердел очень сильно, очень. Вот,
эта пенка, которая была, что случилось с ней. Поставим ее внутрь, выкинем по дороге на мусор. И вот эти бутылки тоже откроем. Не можем открыть их, но их тоже выкинем. И эту тоже не могу. А вот, открываю. Смотрите, какой взрыв будет. А, ничего не произошло. Вот, она даже вылезла отсюда, и пенка, видно. Ну все, ребята, этот видео подошел к концу, короче. Сейчас время 7 часов и 9 минут здесь, в Англии. И не получился у нас эксперимент удачно. И я должен 1 паунд моему оператору. Все, всем удачи, ждите другое видео и смотрите.